Привет вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы поговорим о новом пистолете в энергослот. Он у нас огненный, руины дьявола. Данный пистолет делается достаточно быстро. Ну, на квест уйдет у вас в районе 30-40 минут. Что интересно в этом пистолете? Он имеет два режима огня. Режим одиночной стрельбы, а также режим луча. Прикол заключается в том, что когда вы прожимаете луч, соответственно, вы его уже отменить не можете. И честно я вам скажу, иногда вот это мешает, то что вы не можете отменить данный луч. Если в режиме одиночной стрельбы еще куда ни шло, но это обычный такой пистолет, то в режиме именно луча очень быстро заканчиваются боеприпасы. Хотя, конечно, это можно достаточно легко решить, поставить резервные боеприпасы на пистолеты, также тогда, когда вы подбираете боеприпасы, подбирайте их в большом количестве и не забывайте, все-таки это оружие использует белые боеприпасы. То есть сразу видны уже и плюсы, и минусы данного оружия. Что касается этого пистолета, он у нас идет против неудержимых воителей. Кстати, там он себя показывает достаточно эффективно. Но стоит отметить, что это все-таки у нас экзотическое оружие, а когда вы идете на неудержимых воителей, да, то есть вы проходите какой-нибудь побоище 980-е, то там нужна винтовка Бремя Идзанаги, это тоже экзотика. Поэтому логично будет отказаться от этой экзотики в сторону того же Бремени Идзанаги, которая более эффективна, в отличие от данного пистолета. Теперь переходим к дальности стрельбы. Ну, обычная дальность для такого рода пистолетов 16 метров. Теперь поговорим про ПВП. В голову прилетает 51. Соответственно, с 4 выстрелов вы заберете своего противника. То есть при скорострельности 300 выстрелов в минуту сделать это достаточно просто. Кстати, тоже понравилась точность этого пистолета. Да, ничего не подбрасывает, вы стреляете тупо в точку. Очень удобно. Теперь про луч. 26 тела с близкого расстояния. Убиваете противника практически мгновенно. С дальней дистанции уже испытываете проблемы. Правда, если вы целить голову, то вы убьете своего противника. Что касается суперспособностей, если вам стреляют в голову с близкой дистанции, вас убивают. Но скорее всего вам прилетит сразу ответка от ульты, и кто тут выиграет, еще не ясно. Что касается в тело, то вы не убиваете случая. Но если это, конечно же, не охотник с солнечным выстрелом. Ну а теперь давайте подведем итог. Что касается, если мы берем ПВЕ, то, на мой взгляд, против трэша, то есть против обычных противников, есть более эффективные виды оружия. Что касается против боссов, то он неэффективен. Да, конечно, есть момент с неудержимыми воителями, но обычно в этих активностях лучше использовать другие виды экзотики, типа божественности и бремя Идзанаги. Что же касается ПВП, да, как пистолет он неплох, пофайнится с ним сам. Самое то. Конечно же, можно использовать этот луч и убивать противника с первого попадания, если у вас с Аимом полный порядок. Но вот с ультами достаточно тоже интересно, то что вы можете там вдвоем зафокусить тупо ульту, и она не причинит никакого вреда. Но на этом, наверное, все. Руины дьявола — это у нас такой полулучевой пистолет. Я думал, когда его введут, то он внесет что-то новое. Да, он что-то такое новое, необычное внес. Но, к сожалению, я думаю, можно заменить другими видами более эффективной экзотики. То есть, мне кажется, что руины дьявола могли бы быть лучше. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья. Пишите свои комментарии ниже, что вы о нем думаете. Пока-пока.